Ребята, сегодня катаемся на санках. В лесу привязали меня к машине. Я еду на санках. Вот так это выглядит со стороны. Смотрите. Норм, норм. Едем по лесу, красота. Дурак, что ли? Это быстро. Ого, малого занесло аж. Боится, говорит, не надо быстро. Не быстро, просто мне немножко снег летел в лицо. Я понял. Надо веревку привязать и я проеду. Давай, Данечка, погнал. Ну, он где-то 20 километров, да? Вот так мы и катаемся на санках. 20 километров, да, где-то? Ну да, где-то так, 15-20. Ярик, ну шо, как? Давай! Так, давай, давай, давай! Потихонечку! С нами собачка! О, медленнее! Классно, ребята! На саночках! По снегу, в лесу! Офигеть! Кто-то уже тут буксовал! Санки шатаются подо мной стрёмно! Вот так от первого лица! Это жесть! Давайте вот так поснимаю себя. Блин, уже морду надуло. Едем, едем, ребята. Нормальный вложек пилим. Катаемся. Давай дальше, давай, давай. Сзади собака. А ну замочите что-нибудь на YouTube, пацаны. Ну вы там же делали, я ж видел. У девочки инфаркт будет. Нормальная тачка у него. Ух, эксклюзив, ребята. Вот это да. Ого, тут снега. Ярик, помахай. Красавчик. Типа медленно. Ты чё, псих, что ли? Боже мой. По песку, по снегу, блин.